Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Посмотрела я вчерашние два видоса. По отдельности, конечно же, я не буду записывать обзор. Все вместе в кучу обсудим. Что хочу, ребят, сказать? Ну, это трэш. Слетела с катушек окончательная Юлька. Это ж как она не любит слушать и правду о себе. Слышать, читать. Как же ее разрывает. В первом видеоролике началось с того, того, что Лариса там снимала какого-то мужика то ли на инвалидности, то ли не на инвалидности, я таки не поняла. И где-то он ногу там положил, да, неправильно, и вот она сидела, возмущалась, снимала, возмущалась. Ну и что-то там в комментариях ей написали, что зачем якобы она так делает, зачем она обсуждает человека. За собой не следят, да, на себя не обращают внимания, только на других и зачитаю несколько комментариев. Какие вы дикие, никто кроме нас не обращает внимания на местных жителей. В Европе это норма, не в них проблема, а в нас. Дальше, культурные дамы. Все вас не устраивает, а сами-то культурные. Когда Юлька орет на весь магазин или шарится в коробках и потом бросает обратно, это культурно. Ведут себя вызывающе, причем все одинаково. Я живу в деревне и каждый день езжу на бусе на работу. Каждый день с нами стоит украинка молодая, лет 25. В ушах наушник, руки в кармане и так громко разговаривает и смеется, как будто она одна ждет бус. И также продолжает в бусе себя вести. Хорошо, что немцы не понимают, о чем они говорят. Им нравится только пособие и что можно не работать. Ну и другие были комментарии. Ну и дальше уже, значит, переключилась Лариса на себя и начала рассказывать про свои болячки. Значит, рассказывает она то, что там где-то ей сложно дышать, и вот она ходит как бабка для того, чтобы ей легче было, показала какие-то уколы, что может быть проколоть, а может то, а может это. Слушайте, ну это дичь какая-то. Еще и рассказывать об этом в видосе. Для чего? Пожаловаться. А чего жаловаться? Иди в больницу, иди к врачам. Говорит, для нее в больницу идти целая катастрофа. Ну, вообще, вы знаете, большим людям, насколько я понимаю, всегда катастрофа идти к врачу. Первое, это надо опрятно выглядеть, чистой быть. То есть это надо тщательно мыться, а потом идти к врачу. Ну или они не придерживаются этого и в другом причина. Я в принципе не знаю, не могу сказать. Но вместо того, чтобы пойти к врачу, она показывает какие-то уколы, которые может быть проколоть, может быть и не проколоть. Ей плохо, а она сидит якобы какую-то поддержку от зрителей ждет или совета. Вот непонятно. Чего нужно этой женщине? Ну, это уж вообще какой-то абсурд, правда же. Рассказывать про болезни, показывать уколы, да, и когда тяжело дышать, и это уже достаточно серьезно. Она с зрителями советуется. Ну и дальше там она еще показывала, что соседи уезжают. Ой, такие хорошие-такие хорошие, прям и как это так, и не подписали там им что-то договор или что, и там одни, потом вторые уехали, а Юля где-то по магазинам, значит, шарится, и она пополнять карту поехала, там еще надо в магазин. Короче, отправила Юлю в магазин, потому что, видать, сама уже не может, ей тяжело. И причем, ребят, две недели она себя плохо чувствует. Вы представляете, как так? Две недели тяжело дышать и не понимает, что с ней происходит, и и она не идет к врачу. Да, она не идет к врачу, зато жалуется зрителям и показывает иколы, и мечтает о двух цыпленках, которые она запекать будет. То есть мне болит, мне плохо, мне тяжело дышать, но жрать я не перестану. Ну, а что удивляться, как же жрать они обе перестанут, если они в школе, в каком то Юля говорила или Лариса классе, весили по 100 килограмм. Но это ужас, ребят, это просто ужас. Ну, а дальше объявилась уже Юлька. Явилась, не запылилась, скажем так. Вся мокрая, промокла, слушайте, прям кофта на ней была мокрая. И говорит, не знаю, что, не знаю, что. Как посмотрела я на эту шапку, на этот воротник в этой куртке, Ой, ребят, ну вот реально как бомжиха. Ну как можно себя так не любить? Как можно не следить за собой? Ну, в принципе, что здесь говорить, когда они не следят за своим весом? А еще по поводу какой-то косметики говорит, что вот, не накрашенная Лариса там снимала, да, якобы с морщинами. Ну, ничего, другой раз накрашусь и буду якобы красавица. Ну и дальше там она показала распаковку, что купила. Ребята, опять привалила яиц в холодильник в дополнение к тому, что есть. Или они там уже все пожрали, фиг их разберешь. Значит, что-то там корм животным, кошкам. И, значит, дальше уже Юлю после распаковки понесло. Я понимаю, что ее подкрутила изначально Лариса, а потом все, подкручивать уже не надо. Летели оскорбления в адрес зрителей такие. Ой, ребят, это просто жесть! Я просто в шоке. Вот вы представляете, какая желчная, какая паскудная баба. Это вот она готова всех подряд облить, зато себя обелить, когда говорила, что вот якобы блогеры говорят, что вы у меня там самые лучшие, сю-сю-ля-ля, когда блогеры благодарят своих зрителей, причем блогеры благодарят искренне своих зрителей, ну, Юлька решила, что все это неправда, это не искренность, и просто так ляпают языками блогеры, а вот она исключением. Когда ей сказала Лариса, ну, ты же тоже якобы сюсюкалась и тоже благодарила, на что она сказала, что она исключение. Ох, какое исключение! Потом все это исключение летело из ее гнилого рта в виде оскорблений, и она просто не могла заткнуться, слушайте. Притом, оказывается, мы с вами, ребят, им завидуем. Завидуем пособию, которое они получают. Ой, ребят, здоровья нет. Едва ходят. Живут в чужой стране. Нет никого из близких рядом, ребят. Но самое главное ⁇ это здоровье и одиночество. Какое пособие? Чему завидовать весу, который был в школе в начальных классах 100 килограмм? Серьезно? Да там только посмотришь и уже не позавидуешь. Тут только пожалеть бедных несчастных. Но только они и в жалости-то не нуждаются. Да, и они, видимо, считают и правда, ребят, я вот чуть не могу понять, неужели правда считают, что им кто-то может завидовать? Ну, прям, ребят, мы обзавидовались. Обзавидовались пособию, обзавидовались весу. Наверное, еще мы с вами обзавидовались холодильнику. То, что в холодильнике находится, содержанию холодильника. Ну, а чему там еще можно позавидовать, скажите? Ну, и понесло там, Оскорбления на оскорблении, и животных приплела, и пособие, и зависть приплела, и работу зацепила, чё она только не несла. Вы знаете, я поставила на ускоренном, и это настолько было смешно, настолько было заметно, как она просто э, выходит из себя, и вот такое чувство хоть бы не треснуло, блин, от злости, хотя между ног штаны уже треснули. Там, наверное, у нее этих брюк штанов хватает на неделю, потому что все там, похоже, трещит по швам. Да, штаны треснули, кофта промокла, куртка промокла, башка вся мокрая и сидит, исходит желчью. И главное, что все исходят, да, желчью. Не Юлька, а все, кому она адресует свои оскорбления. Жесть, ребят, невозможно это было слушать. И вот скажите, кто их будет смотреть? Да никто их не будет смотреть. Она будет выходить визжать, как ненормальная, и потом она хочет, чтобы зрители были. Ой, а там то пишут, а там это пишут. Ничего у тебя там не пишут, все ты подтираешь. Что у тебя там пишут? И мадам Лариса, которая постоянно находится за кадром и боится даже себя показать, тоже там раскрыла рот, что якобы на нее сказали, что она беззубая, она шепелявая. Ну, так покажи и опровергни тогда. А люди, если слышат, что шепелявит, ну, значит, и высказывают свое мнение. Закрывайте комментарии, никто о вас говорить не будет. Никто вам ничего писать не будет. Тут даже не про обзорные каналы, а про комментарии. Закрывайте комменты и сидите себе а то они хотят чтобы никто даже слова не сказал ну как это зайдя на канал таких фриков чтобы люди молчали в общем ребят пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом я буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока! paka